Всем привет, я Роман Май, и сегодняшний урок про блюзовую постановку левой руки. Поехали! Блюзовая постановка выглядит примерно так. Рука обхватывает гриф и имеет две точки опоры. Сверху мы опираемся большим пальцем, снизу ладонью. Сама ладонь немножко наклонена относительно грифа. Запястье расположено перпендикулярно грифу и ниже уровня грифа. Несмотря на свое название, блюзовая постановка используется не только при игре блюза. Ее удобно использовать, когда вы играете аккорды, расположенные более-менее вертикально на грифе, либо используете фразы, содержащие бенды, вибрации. Очень многие клише в стилях блюз, фанк именно в этой постановке приобретают свое аутентичное звучание. Рассмотрим пару типичных ошибок, связанных с использованием блюзовой постановки. Первая ошибка – палец, который торчит наверх. Он не имеет достаточно хорошей точки опоры, и это ведет к проблемам, связанным с использованием бендов. Сцены становятся, как правило, фальшивые. Добиться интонирования хорошего можно, но гораздо сложнее, чем когда вы правильно держите руку. Еще одна ошибка, которая часто приводит к проблемам в исполнении бендов, вибрато, в перестановке аккордов, это слишком близко расположенное запястье к грифу. Либо оно просто даже опирается на гриф в некоторых случаях, что приводит к практически полной неподвижности пальцев левой руки и делает невозможным корректное исполнение бендов, вибрато. Они не получаются так же хорошо, как если вы держите руку перпендикулярно грифу. Еще одна проблема, которая существует и в классической постановке, и в блюзовой постановке, это слишком сильное напряжение руки. Обычно в блюзовой постановке оно возникает из-за того, что вы слишком сильно захватываете гриф. Усилие распространяется во всех направлениях. Сверху грифа, снизу. Давление на струны слишком сильно увеличивается. Это ведет к невозможности быстро переставить аккорды, ведет к фальшивым нотам и потере контроля над интонацией. И на этом на сегодня все. С вами был Роман Май. Играйте много, играйте правильно. Оставайтесь с нами, подписывайтесь. Всем пока!